Итак, сейчас спрошу у соседей по даче, реально ли вот эта вот стоимость, вот заявленная 550 тысяч рублей. Скажите, может вот эта вот конструкция стоит 550? Я думаю, что нет. Вот у меня рядом дом, он бросовый, да. Двухэтажный, бросовый, с беседкой, с подаренным постблоком. Стоит дешевле, стоит чуть дороже, 600 тысяч. Понятно. Да нет, конечно. Она неравномерно распределяется. Возможно, возможно, не знаю. Вот я... Но нет, вот отсюда видно. Вот там вот, видите, Андулин? А, ну вот да, вот, вот слева, слева получается. Да, ниже, а справа выше, да, да, как наши рашки выбирать должен, да. Понятно, все, хорошо, спасибо. А двери не открыть, потому что ее переклинило. Когда через пару лет крыльцо вот так стоит, потому что мерзлыми грунтами это все поднимает, а потом плавунами заплывает. То есть в данном случае, если брать по существу вопрос, это все, если у вас ничего этого нет, то нет этого здания. Этого здания нету. Нет фундамента под него. Это набор материалов. Все работы должны быть прописаны. Нет проекта. Нет здания. Я не знаю, что вы это и строите. Вы откуда, ребят, приехали? Мы с Украины. Я понимаешь, без разницы откуда приехали. Есть у меня работали ребята с Украины, с Харькова. Вот такие специалисты. Они были строители. С ними разговариваешь вот на равными. А вы чем занимались? Ну, по образованию. По стройке занимались. То я не старший, то у нас есть еще старший. От меня зависит. Я же только рабочий. Я понимаю. По стоимости сколько это может стоить? Во-первых, я не эксперт. Но... Ну, 500 тысяч это может стоить? С нуля. С доставкой материалов. Я думаю, что 1300 это стоит. Но не больше. Причем, я еще раз говорю, если сделаю нормальный фундамент. А ты знаешь, сколько блоков? 16 блоков. Под дом. 16 блоков. Вы представляете, это не 9, а 16. Вас как зовут? Меня Иван. Иван, вот послушайте, смотрите. Еще раз говорю. Хоть сплошной ряд фундаментов. Эти блоки, хоть 50 блоков. Но что такое у нас грунт промерзает? Приходит зима, минус 20 градусов. И это все начинает промерзать. В нем нет песка. Это мелкий плывун. Плывун, не путайте, крупного песка нет. И он начинает подниматься. Глина. Здравствуйте. Глина начинает расшивать. Здравствуйте, Аркадий. Артем. Хорошо. Вот вопрос, а почему вы на блоки ставите? По два блоки ставили, да? Фотографируй, что тебе вчера не хватит было, нет. Да? Нет. 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 Нет, у меня просто... Артём. Мы по два штуки положили, один в землю, ставили, без этот, трамбовали песками, все сделали, а потом второй так, ставили. Так, глубина какая промерзания? Мы знаете, там... здесь, какая глубина промерзания в этих... Какая? Какая? Мы 30 сантиметров копали. 1 метр 40 сантиметров глубина вот человеку промерзания по дому сделали 50 сантиметров. По дому, он сам сказал, по дому. А понимаете, 50. Если я приду и скажу, а мне вот не делайте, делайте по-другому. А, понимаете, есть СНИПы, нормы, стандарты, правила, понимаете? Нормы стреляли есть, нам. Понимаете, да, строительные. Да, да, да. На севере одни. А что каждый день ты на юге, нам доказываешь? На юге другие. Слушай, я... ничего, фотографируй, пусть тебе будет. Каждый день оставим вас, пожалуйста. Хорошо. Нет, ты каждый день вчера на нас принес. Запечатлеть ваши замечательные лица, просто да. Чтобы у вас не было, не было в мыслях какую-нибудь пакость потом сделать, чтобы слушай, я мог... Слушай, ты не начинай, я завтра привезу на тебе дома. Я завтра привезу на тебе тоже своих. Хорошо. Милицию на нас принесу. Вчера
сегодня принес на нас вот такой... Слушай, ты оставь нас, оставь нас. Я тебе прошу, оставь нас. Я привел эксперта по строительству. Пускай будет, Бог пускай будет. Чтобы он оценил стоимость. Пускай они оценят нашу работу. Мы договорились по договору. Нет, не заключали, нет никакого договора. Мы договорились по договору с матерью. Покажи расписку. Мы никакой не говорили с вами. Мы с вами не включили договор. Да. Хозяйкой. Да. Ну и все. Где договор, где проект? Есть, у меня. Проект. У меня, я никакой проект в руках не дам. Просто нет я никакого как договорился, проекта. Как договорился с хозяйкой, заява, писали, прописка, припали, все, договор, учёные милиции смотрели, все. Ну что вы хотите с нас, не понимаю? Ну что вы хотите? Да, ребят, я приехал, вот как... Вы приехали, смотрите, как, до свидания. Вы не оцените мою работу, я могу ценить и вашу работу. Могу ценить, мы тоже знаем, если хотим приступать к этому. Милиция, что, ГАИ с ней вступает, столбик ненормальный, надо. Ну зачем, да, зачем вы лезете куда не положено? Смотри, ну зачем? Я попросил. Зачем лезете куда не положено? Мы сделали, как хозяйка договорились, у нас договор есть. Нет расписка никакого договора. Мама согласна? Расписка есть. Все, ну, не согласна. Как не согласна? Вот так. Вот так, сейчас записываю, если не так. Ну зачем вы разговариваете так с нами, я понимаю. Но, когда мы почему пятерка доска тут как... Вот фильм поставили, все в бетоне, все как полагается. Зачем вы хотите с нас так делать? Ну скажите. Сколько доска, ты сказал? Пятерка. 45 или 48, 45. А какая должна быть? Послушай, это... Так. Это что? Раз, два, это... Полностью достает. Это доска, это не брус. Это доска. 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 Просто внизу. Мне мама вчера утверждала, внизу, что это якобы брус. Внизу ставили брусы. Внизу. Стоп. Брус обработан. Обработан. Чем? Вот тут. Покажи. Вот, смотрите, вот идите, смотрите. Идите, смотрите. Так. Вот обработка. Нет. Еще. Эта доска тонкая. Это доска тонкая, это не половая доска. Ну попробуй сломай ее. Это не половая доска. А что, тут там будет ходить, да? Там? Везде. Это не половая доска. Не-не-не, это там будет ходить на нее, да? Там. Вот, смотри, это не половая доска. Не-не, ты прыгай, как половая. Слушайте, оставьте нас, если хотите, оставьте, мы вас не просили. Я разговариваю с хозяином. Он не хозяин, он не хозяин. Он не хозяин. Он не хозяин. Хозяйка хозяин. Смотри, какой на пол. Аккуратней. Половая доска должна быть первая. Первая. Вот, не менее 40 миллиметров и шпунтованная. Нет, она 40-я. По слову шпунт, ты знаешь, что такое? Да знаю, какая шпунт. Почему она не шпунтованная? Не надо шпунтована. Вот тут и шпунт поставить. Так договорились с хозяйкой. Ну, ты можешь там сейчас что сказать? Смотри, ну что это за пол? Подожди, уважаемый. Послушай, меня катается, послушай, что я говорю. Мы договорились о пятерку ставить. Что смеялся? Договорились о пятерку ставить. Это не 5 сантиметров. А какая? Давай, сублет. Давай. На, рулетку познаешь, какая? Это. Это 3 сороковка. 4. Это сороковка, но не 50-ка, как вы сказали. Вы сказали 50-ка, но это сороковка. Это сороковка. Это целый сантиметр. Что, откупили вас? Откупили вас? Честно говоря, это жулики. Это жулики, они обманывают пенсионерку, они халтуру из некачественного материала, некачественную работу. Сколько вам платили за эту работу, что вы тут приезжали? Хорошо, дали тебе хорошо, и вы будете разбираться тоже, как вы сами делаете. Итак, что же настроили цыгане, помимо вот этого вот дощато-брусочного домика с двумя стеклопакетами, они уверяли, что данная конструкция стоит 550 тысяч рублей. Помимо домика они успели построить такой вот туалет, который уже, по-моему, перекосился. Да, видно, что уже
или изначально в крифе в кость был построен, сказать сложно уже теперь. Не знаю, будет ли сейчас видно вот там вот внутри. Нет, отражение только снимает. Значит, и предполагалось, что помимо еще вот этого туалета будет здесь вот забор вдоль дороги. Вот тут вот только вдоль дороги забор на железных столбиков из сетки рабицы с калиткой. С вот этой стороны забора быть не должно было. И они считали, что это стоит, вот этот вот забор из рабицы и вот тот вот кривой косой туалет, это стоит 250 тысяч рублей. Хорошая информация, информация хорошая, давай, давай.